Больше миллиона тенге собрали для Сергея Саенко студенты и педагоги технического университета. Накануне первые лица вуза и его учащиеся передали деньги родителям молодого человека. Напомним, деньги нужны на операцию по пересадке почки. Тему продолжит Любовь Мартинкевич. Я не знаю, покроет она все расходы или нет. Сегодня к Саенковым пришли гости из политеха. Темой обсуждения стала не работа или учеба, а болезнь одного из членов семьи. Сергею Саенкову срочно нужно сделать операцию по пересадке почки. На хирургическое вмешательство нужны немалые деньги. Парню решили помочь педагоги и студенты вуза. Семья Саенковых является династией выпускников политеха. Дочка же растет у него, да? Сын вчера 4 годика. Сергей Саенков после окончания учебы работал автослесарем. Тогда-то и простудил почку, рассказывают родители молодого человека. После чего она перестала выполнять свои функции. Парню сделали операцию в Пакистане. 5 лет он жил беззаботно, создал семью, у него родился сын. Сейчас медики констатируют, что в организме Сергея происходит отторжение одной из почек. Вторая вообще не работает. Поэтому нужна срочная операция в России. Никто не может определить. То бишь она не выполняет свои функции. Глава семейства Саенковых Олег хотел выступить для своего сына донором почки. По всем параметрам она подходила. Однако медики на это не решились. Опасаются за жизнь отца после пересадки. Студенты руководства КРГТУ собрали для их семьи больше 1 000 000 тенге в качестве помощи. Сегодня мы собрали материальную помощь свыше 1 000 000 тенге. В этом приняли участие и преподаватели, и сотрудники, и наши студенты. И мы, собственно, восприняли это дело как свое. Большое, огромнейшее спасибо коллективу Политехнического университета, студентам, преподавателям, людям, что откликнулись на наше горе. Нам просто помогать. Если у вас есть возможность помочь Сергею Саенко, звоните по телефонам, указанным на экране. Любовь Марсинкевич, Аргын Умыр, Артем Ковалев, 5 канал.